Всем привет! Сегодня мы будем открывать 10 контейнеров. Мало, но больше не хочется копить, надоело, честно. У меня уже выпадали интересные вещи во время бета-теста. И вот Blizzard с выходом игры обнулила все, вот пришлось заново выбивать. Поэтому сумел накопить 10. Но открыть очень хочется. Так, смотрите, что они сделали. Они сделали еще в магазине, можно купить контейнеры 2 149, ну не знаю, 149 рублей за какие-то там штучки красить на баллончиком и всякие там, ну не знаю, ну, эпический облик там, если выпадет, конечно, ну, очень маленькая вероятность, а за 3050 контейнеров, по-моему, это ну ладно. Итак, поехали. Баба. Это шо? Это шнега, шнега, граффити, граффити, граффити. И облик. Ну, давайте выберем этот облик. Ну, что-то в нем поменялось. Честно говоря, не могу сказать, что. Так, дальше. Бамс. Ой. Победная поза. Ха. Так, лучший момент матча. Ну-ка. Ёх, это палыч. Вот это у нее прорвало. Так, выбираем. И будет обезьяна думающая там, ну. Офигенно, конечно. Так, дальше. О! Прикольно. Реплика. Так и должно быть. Так и должно быть. Ну, окей. Граффити. Ну, за трейсер я не играю. Может, попозже буду играть. Да, что-нибудь хорошее не выпадет вообще. Говно на блюде. Так, ладно. Хоккеист? Серьезно? Это кто? А, Лусио, хоккеист? Ну, пусть хоккеистом будет нормально. А это все эмоция какая-то. Я даже не знаю, где это выбирать. И не пользуюсь этими какими эмоциями. Дальше. О! Лол! Вот, честно говоря, мне на красавчика в прошлый раз выпал прикольный образ. А, но вот сейчас он вряд ли мне выпадет. А в этом... Да, победная поза, пожалуйста. Короче, куча какого-то говна, ладно. Кстати, вы купите 50 контейнеров, 50 контейнеров купите... А за 3000 рублей вам будет вот такое всякое там говнецо упадать. О, вот эта тема. У меня частенько лучшие моменты матча на... Блин, даже забыл, как его зовут. Видимо, уже поздно. Спать хочется. Так, белый кролик, облик. Нормальненько. Контейнера. О! А чё в нем? Чуть-чуть, наверное, что-то изменилось, не знаю. Мне вот нравится с ней какой-то розовый облик. Или фиолетовый, не помню. Вон последний контейнер. Вот, вот, по-моему, мне вот это очень нравится. Во сне я видел себя бабочкой. Ого. Зацените, как круто! Да, ладно, пусть будет. Да, вот это мне нравится. Вот этот облик я беру. Вообще-то, конечно, увлекательно. 3000 потратить и открывать, сидеть боксом. Так.
все это. Сейчас я вам покажу, какой мне образ выпал на кроссовчик, на кроссовчика. О, прикольно. Вот, представляете, мне вот этот облик выпал. А он оказывается типа какой-то там... Не знаю, что это значит. Ну, типа он... Крутой, я так понимаю. Представляете, мне вот этот облик выпал во время бета-тестирования этого открытого. И Близзард все обнулили... И теперь я вот... Вот такой, блин. Ну, спасибо, конечно. Что могу сказать. А теперь за 10 ящиков я что-то ничего такого не выбил. Хорошего. Очень обидно, очень обидно. А Лусю-то, какой интересный у него. Вот хоккеист это. Ну, это какой-то... Короче... Хрень полная. Просто полная хрень. И на нашего ангела. А, ну хотя бы вот кобальт. Это типа считается поэлитней. Но мне зелень нравится. О, и фиолетовый мне нравится очень. Ну тут и покрасивее есть. Ух ты. Что-то... О, вот эта тема. Ну, да, это не очень. Блин, ну вот это вообще прикол. Да. Ну, вот такие дела. Всем пока. До новых встреч.